Всем привет! Сегодня у нас будет продолжение обзора. Ну, это как у нас такой как блок обзоров, и один из них будет посвящен такому растению под названием Holy Barrier. Для меня это ново, для всех остальных, которые играют в эту игру постоянно и долго, это уже не такое и новое растение. И испытания будут проходить в такой локации под названием Neon Mixtape Tour. Очень неплохой мир, все сделано отлично. Как в принципе и все миры, я сейчас даже не припомню какие-то неудачные, скучные локации. Все сделано очень хорошо, и вот в частности в этом мире тоже все подобрано с душой. И музыка хорошая, музыка, кстати, меняется. И в зависимости от этой музыки, от темпа игры, музыкального сопровождения, зомби либо идут быстро, либо не очень. Будем подбирать следующие растения. Это гриб, конечно же, это мой, так сказать, фаворит в сборе денег. И новое растение Holy Barrier, святой барьер. Для нас, я надеюсь, он окажется святым, а для зомби не очень. Ну, посмотрим. Хотя смотреть тут нечего, так как это растение в платном списке, тут без сомнения, что вооружение действительно, это даже не вооружение, это вспомогательное средство для, ну, это барьер какой-то, преграда. Видимо, как, не знаю, как забор. Мы сейчас посмотрим, что конкретно это вооружение может в игре. И для нас действительно оно будет святым и спасительным. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Ну, скорее всего, так оно и будет. Помимо этого, первобытная бомба картофель. Все-таки я не удержался и вновь взял Electrical P-Shooter. Что касается магнита, я посмотрю. То же самое касается и Power Lily, который выдает Plant Food. Я иногда его брал с имитатором, но не думаю, что у нас будет проблемы с Plant Food по ходу уровня. Скорее всего, что он будет попадаться. Поэтому у нас будет возможность такая испытать его в связке с Plant Food вместе с Holy Barrier. Посмотрим, на что оно способно. Ну, в общем-то, в качестве такого основного ударного растение у нас будет Electric Pea Shooter, потому что, как я уже сказал, Holy Barrier — это у нас вспомогательное растение. Если что-то пойдет не так, у нас должно быть какое-то средство, которое способно остановить зомби, чтобы не сорвались испытания. Магнит я так и оставил, еще взял сеть дверей, также парфюм и лук, который задерживает на какое-то время зомби. Вот началась музыка такая в высоком темпе, то что я говорил, что музыка тут меняется, поэтому в этом, ну, основная сложность этого мира. Там, по-моему, уровень сложности вроде как 4 перца, но уровень достаточно высокий. Вот в частности этот панк, у него способность в том, что он, когда, по-моему, такая высокая музыка, то есть высокий темп музыки идет, он начинает швырять вооружение, то есть он их не кушает, он просто их швыряет назад, пока их не выкидывает за пределы поля. Иногда это плюс. Были такие миссии, что там надо было сохранить вооружение, они находились где-то в конце поля. И вот когда появлялись эти панки, мы ждали, пока этот зомби вышвырнет хотя бы до середины поля, и потом уже его убирали. То есть он как-то пододвигал все вот эти растения, которые мы должны оборонять, притык газонокосилкам, чтобы был какой-то гандикап, запас прочности, чтобы, в общем-то, наши растения были территориальной безопасности, а не находились в конце поля, когда уже зомби появляется. Ну и теперь пару слов, конечно же, о нашем герое. Это Holy Barrier. Он как, ну, это похоже на какие-то как кактусы, я даже не могу сказать, что это. В общем, эти растения заполняют поле, и это такой небольшой барьер, пока зомби их не скушают. Plant просто распространяет этот барьер, эти кактусы, назовем их так, по всему полю. И уже можно сказать, что одного куста вообще в целом хватает на весь уровень. То есть больше одного нет смысла ставить. Стреляет оно по типу банана, в любое место доставляет вот этот вот, как это растение, назовем его так. Поэтому ставить больше одного нет смысла. Оно недорогое, 100 монет. У нас по деньгам все хорошо. Все грибы выросли в полный рост.
Я тут еще с перепугу в начале уровня поставил первобытную бомбу картофель, но на самом деле этого можно было абсолютно не делать. Зомби как-то не очень хорошо передвигаются к нам, ну, как говорится, благодаря в том числе и нашим заслугам, они особо сделать ничего не могут. Тут проблема в основном, кто нам может, так сказать, создать проблемы, это только лишь пан, который будет швырять эти кактусы куда-то в конец поля. И может дошвыряться так, что постепенно будет выкидывать наше вооружение вообще за пределы игрового пространства. Ну, мы этому событию не дадим совершиться благодаря пи-шутеру Electrical, который очень-очень хорош. Еще что хотел сказать, тут в комментариях мне написали одну вещь, я вообще про это не знал, что все вооружения, так как игра взломана, то есть был взлом, что все растения максимального уровня. Если они начальные, то, конечно же, эффект не такой сильный. Пока вот мы сейчас проходим эту миссию. И что могу сказать? Первое впечатление про Holy Barrier. Конечно, неплохое вооружение, но могу сказать так. Впечатление не вау. У нас есть достаточно много наподобие того же Holy Barrier. Может быть, не по действию, а по, в принципе, эффекту. И не знаю, ли будем его задействовать, возможно, когда-никогда буду брать, особенно когда будет такое массированное скопление зомби в каких-то очень чрезвычайно сложных уровнях, возможно, это вооружение придется к двору. В целом, на него я как-то надеяться не буду. Неплохое, мы сейчас еще один уровень пройдем, тут как раз уже уровень сложности высокий, вижу тут такой как босс с гитарой, вот этой вот гитарой он, по-моему, колошматил по полю и создавал такой резонанс. Некоторые вооружения после таких вот, скажем так, музыкальных произведений со стороны этого зомби просто исчезали. Еще я вижу, тут есть такой как зомби с микрофоном. Этот микрофон, он крутится и поглощает тоже как пылесос все вооружения. Вот этот уже уровень будет кое-что. А мы, я тут решил взять Electrical Current, также Electrical P-Shooter, и будет еще усиливать все действие вместе с Filament. То есть он будет такой, как, ну, можно сказать, дирижер, и сильно усиливать действие всех вооружений, что позволит нам без проблем, ну и так, честно говоря, и без Filament на самом деле, как я уже говорил, хотя бы тот же Electric P-Shooter будет хорошо убирать зомби, тем более все вооружения максимально. Взяли еще молнию, хотя не знаю насчет молнии, подумаю, может быть, не стоит, так как у нас есть Electric P-Shooter, наверное, стоит взять чеснок для защиты от зомби, так как, ну, многие уже знают про эффект Electric P-Shooter, точнее про эффект Electrical Current, она создает такой как лабиринт, то есть минимум надо два растения, чтобы создать такую как связку, одно электрическое звено и создается как, я даже не знаю, электрическая линия. Для зомби это финишная будет прямая, если зомби пересекут, они должны ее не пересечь, а где-то стать посередине вместе с этой линией, то есть вот этот вот электрический разряд станет для них финишной чертой в их марафоне. И надо, как я уже сказал, два куста. То есть, по сути, это 200 монет. Ставятся они где-то, ну, в общем-то, вертикально. Вот этого клюква, по-моему, так называется, current. Могу ошибаться, перевод с английского языка. В общем, мы поставили верхние и нижние линии. Защищать будет чеснок, да не тут-то было. Вот, как я уже сказал, что вот этот вот представитель зомби начинает своим микрофоном поглощать абсолютно все растения. И, соответственно, помимо чеснока, надо еще усиливать поле Electric P-Shooter. Вот уже идет первый спринтер, но особо он даже не дошел. Даже так, не то чтобы пересек, он слегка дотронулся, как Electric P-Shooter, точнее, Кьюрен Клюква, замкнула линию, два куста замкнули и, собственно, прихлопнули одним касанием зомби. Еще усиливаем филамент. На самом деле это, конечно, тут погорячился, нет смысла этого делать, потому что клюква и так в максимальном уровне, и она спокойно может убрать зомби. Появляется опять зомби с микрофоном, это такой
один из самых серьезных тут противников, вместе с панком тоже. Но панк на самом деле он опасен только тогда, когда идет музыка в высоком темпе, тогда уже он может зашвырнуть всерьез и надолго все наши вооружения. То есть он так постепенно выталкивает все растения за пределы поля. Как я уже говорил в первом уровне, который посвящен тесту, что эффект очень такой неприятный, у меня с ним были проблемы. Еще зомби появляются в неоновом свете, по-моему, они, их нельзя вот в это время ликвидировать, по-моему, так, но этот неоновый свет, он какое-то время действует. Появляется у нас как босс или мини-босс, как я его называл, с гитарой, и вот он начинает калашматить вот этой гитарой по полю. Создается резонанс, некоторые растения могут исчезнуть с поля. Но так как у нас денег много, мы сейчас без проблем все восстановим. У зомби ничего не получается, да и не должно было получиться, потому что есть на поле очень сильное вооружение. В общем-то, он остается этот противник последним. Свой музыкальный финишный аккорд он сейчас уже выполнил. И Electric Pea-Shooter вместе, я не знаю, кто постарался, или клюква, или электрический горохострел, в общем-то, его убрали. И мы проходим эту миссию. Что хочу сказать по поводу заключения Holy Barrier. Ну, такое неплохое растение. Можно его использовать, но, конечно, это не такой вау-эффект, как у меня был после электрического горохострела. Буду ли я его использовать в будущем, это вопрос. В принципе, его надо только лишь один куст, я об этом уже говорил. Не знаю, есть у нас другие вооружения. Та же бомба, хотя их сравнивать очень тяжело. Разные вооружения для одинаковых целей, защиты наших передовых позиций. В целом, что могу сказать, могу рекомендовать к использованию, если у вас есть такие возможности, взломать или купить, очень хорошее средство. Ну что ж, а на этом все, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!